Последняя декада марта выдастся щедрой на осадки, как и весь месяц. И такая картина наблюдается во всей Центральной России. О том, какая погода ожидается в ближайшие 10 дней, рассказала начальник отдела гидрометцентра Чувашии Марина Китарьева. Всю предыдущую неделю нас не покидали циклоны, которые приносили вот осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Предстоящие период, то есть до 27 марта, мы также ожидаем выхода циклонов на нашу территорию и связанные с ними осадки в виде снега, в виде мокрого снега. Дождя, конечно, мы не ждем. Единственный день, когда все-таки же выглянет солнце, это 23 марта. Температура воздуха начнет медленно понижаться. Последующие ночи уже минус 10-15. И днем столбик термометра не будет подниматься выше, чем минус 5, минус 10 градусов. Ошибочно считать, что март – это уже весенний месяц. Но для нашей территории март – это зима. Средняя температура за март отрицательная. И весна, как правило, у нас здесь наступает, то есть получается переход среднесуточной температуры через 0 градусов – это последние дни марта, первые дни апреля. Все-таки же весна у нас в Чувашии начинается с апреля. И, в принципе, в этом году так и ожидается, что весна придет в конце марта, в начале апреля. Кстати, за всю историю метеорологических наблюдений республиканской службы самым холодным 21 марта было в 1949 году, когда синоптики зафиксировали 26,3 градуса ниже нуля. Самым теплым этот день выдался в 2007 году. Воздух в городе прогрелся до 6 градусов.